Погнали. Сейчас что-то поменять. Нет. Начали. У нас проигрышная сторона, ну ладно. Ивана проще брать, бей. Аксену проще бить. Я беру две командирки Путина. Я беру две командирки. Возьму одного дрона ракетолова. Так, напалм вам нужен? Нужен. Да. Один. Самара, ты возьмешь за 9 и разведку? Да. Хорошо. Ты прыгаешь горнострелками на Ивана, я приезжаю колонной. Угу. У тебя танки, я тоже возьму танки. Просто вот я захвачу этот дом, но туда поедут нацистские топ-танки. Надо будет быть аккуратным. Может, мне лучше взять Буратос? Конечно, бери Буратос. Но я без танков тогда. Как-то вообще? Ну, как бы, две командирки, не восемь. Батарея. Сен, а ты две командирки не можешь взять? Я взял две командирки. Ага, нихуя. Мы же на победу играем. То есть даже если мы не пропушим, есть шанс вначале урвать. Я беру 2090. Два рекон танка. А вторую командирку куда зову, она не сразу же будет. Да, возьми пару танков. Вот, я взял 2-64 БМ. Только налево, налево, там быстрее. И помни, что вы все вначале выполняете роль ПВО, у нас нет ни одного бука. Я возьму две кротали, наверное, или одну кроталь. А ты за 9 берешь? Ебать. Самар нет или да? Беру. Там Еврокорп, конечно, за 9. И разведку, да? Бля, нам нужно ПВО брать. Тамара, у тебя тоже две командирки? Да. Но я на центр и на Анну оставляю, а ты на Борис и на Дмитрий, понял? На Дмитрий. И на Борис. На Борис и на Дмитрий. Может мне пока удалить одну командирку, на Дмитрия вызвать потом, потому что вдруг они все на прораз, чтобы командирку не выдержал. Хорошо. Потому что, бля, без ПВО это не нас игрок. У тебя разведка есть? Нет. У меня есть. Ты спецназ МГРУ въезжаешь чисто на Ивана, понял? Угу. Я въезжаю вот сюда и вот сюда. Сен, если слева прорвут, ты знаешь, что делать, то есть не сливайся. Погнали. Погнали. Угу. Главное, ты на Елену выходи там. По полу. Вылетаем. Дрон у ракетолов пошел. Идите сюда, ракет. Личная Мираж. Мираж работает. Я работаю по нему. Иду на Рафаль. Давай, Рафаль, я ловлю ракету. Убирай. Развертывание выиграл. Линкс упижены в говно. Командирка на центр едет. Все на свечу колонны. За 9 убираю, все на за 9. Кто такси заказывал? Повеселимся.
Колонна, не ебучая колонна танков прет сюда, аккуратно. Противотанковый заряжен. Бля, тихо. Там реальный пиздец едет. Мертвый разведчик. Торнадо IDS. Меняем позицию. Австралиец. Ебать, он промазывает. Грушниками, я сейчас умру, грушниками сядем. Мы устроим там наблюдательный пункт. Вылетите самолетом. Потому что интендарды идут. Сука, нет. Такси! Нормуй. Выкладывайте. Нормуль, ебать, убить лабораторным, пиздец. Убила просто в хлам. Деклерк, еду к нему. Ладно, пусть он тут сидит, отступаю. Какие будут приказания, сэр? У меня тут сложно. Там Леопард 2 опять. Ну пусть. Подсвети главного, мы его ебнем. Ну там он вглубь леса на Леониде ушел. Это не проблема. Я начинаю тебе вызывать чечен. Какаха, какаха, аккуратно. Какаха идет на Ксен. У меня нечему ебать. Ксен, выдели пару туров, чтобы тебя не разъебали. Они уже едут, едут. Шамар, нужно сюда, там ты шоссе. Едут. Готов взрывать танки, сэр. Нужно бороться за этот лес. Чеченцы на всех хватит. Чем к тебе еду? У Ксена, короче, здесь. Сейчас вызываю командирку себе и переключаюсь направо. Есть для нас приказ? Вы со мной говорите? Быстрей, шофер, мы торопимся. Сын Торнадо IDS. Есть паровозы, челленджер у меня с ней? Нет пока. У меня есть. Ну, у меня там челленджер наглеет. Еду. Челленджер в лесу тебе ничего не сделает, он может сдох. Нету подсветки. Ладно, челлендж, пока похуй. Обрушим на врага ураган пламени. К вашим услугам, сэр. Че с командиркой? Я сейчас куплю себе на Иван. Подождите. Я на Дмитрий куплю. Тут зарез нужен конкурс. Да конкурс уже едут. У тебя ягуар там почти не сидит. Высаживай грушников. Вам нужна лишняя пара глаза. Мощни туда. Сейчас всегда решает пехота и грушня. Девчонки, привет. Марксман, аккуратно. Вызываю рекон танки тебе направо. Налево, точнее, налево. Жду приказа. Отход.
этом битвы инвалидов. Австралиец. Австралиец. Ой, блядь. А где ваши самолеты делают? У меня по сдох. Вообще на сейчас объебут. Блядь, как что они делают? Ну блядь, ну сбить не дадим, смотри. Пизда к хену, смотри как он как-то. Не носит. Успел. Нормально? Косой. Баба, да не пусть подвело, блядь. Подъехали, что идет. Самар пехоту выгрузи. Ран. Смотри, подарочные мердеры. Просто подарочные. На нахуй. Какаха. Выкнул кроталь налево, там начал пиздец. Сейчас будем отдавливать Леонида. Леклер. Леклер там вообще жутко не пойдет. Докладывать нечего. Да, он эту пилярку. Ну и пусть он. А то это что выйдет. Ты наебываешься, попадаю? Да. Ну, да. Начал наконец попасть ему делать. Готовы дать залп, сэр. Они командирский чип там тащат, но это не поможет. А вот вверх попал. Купи туда танки шоу. Ну а, блядь, Леклер. Леклер почти убил. Кого вам надо отвезти? А, блядь! Ингушку поставил туда-туда-туда рандомно. Направление получено, пробегаемся. Удачи, блядь. Конечно, сэр. Как скажете, сэр. Вы были бы слепы. Как вы кажется? Ты можешь туда жмакнуть буратот, вежливо? Да не, не надо. Да, но это будет подарочный. Разведчики готовы, сэр. Сен, готовься прожимать Леонида, чтобы они там потом сидели. Я видел 20 минут. Выгружай, выгружай, снимай. Бля. Все всегда решает пехота. Ах, пидорасы. Зарандомили. Что может сделать для вас пехота? Есть, да? Не, хорошо. Пролить слева, самолет есть? Что может сделать для вас пехота, сэр? Путин у кого там был? Не, нет. Ебал? Что может сделать для вас пехота, сэр?
командир снова выживет или нет? Уже выживет. Сен, там ты говори, что делать с моим викон танком. Ждем новых приказаний, сэр. Кому вам надо отвезти? Развертываемся там. Ми-6 убирай на базу. Че за хуйня? Почему серия промахнулась, ебаная тварь? Надо включать последний момент. Пиздец, блядь. Я у тебя начинаю продавливать Леонида. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Я присоединяюсь. Блядь, ебаная хуйня нахуй, блядь. Пиздец. Ждем новых приказаний, сэр. Словил. Пидор. Во, есть? Вам нужна лишняя пара класса? Вот туда. Тут его нет. Буки нужны, короче. Китайское ПО говно, вызвать кто-то буки там, вот туда, на это, на Ивана, чтобы ты план. Сука, стрелит. Не Самар, по-моему, я никто не вызвал командир, кого зовут я. Ебись, Валь, только ты играй справа, а не слева. Слева я. Я же туда переключился, чтобы ты справа играл. Какие будут приказания, сэр? Ну шнуло все. Какие будут приказания, сэр? Что нового, сэр? Почему-то мне вызвал. Кажется, рискнуть нашими жизнями. Есть для нас приказ? Да, Буратино по КД бей, пока не выйдем из хуя. Мы же начали. Вас построили, ждем приказа. Дальше сам всем. Я тут, наверное, добавил или оставил. Запускай там. Отдай. Отдал там. Ебируем. Ебем, но ошибки были, буков не было. Его не было нигде. Кто такси заказывал? Слушай, что вы хотели? Синьор-то много. Еще один леопард, 1-2-5. Леклерк едет, ебаный в рот. В МПТ сейчас там срешь так, что просто разрыв будет. А та летит по всем. Австралиец по всем. Все, вот. Конец австралиец. С пятого захода мы его сбили, блядь. Самар, сейчас самовар убьют. Леклер. Я знаю, что Леклер.
Он, я жду, у него 3 хп. А, нет. Да не 3 хп. Как ты мог? Чистаем. Мазафак. Подпитай свой город. Поставь командирку Самар прямо в город. А ты видел, зачем? Там 3 командирки. Противник употребляет спайс. Я не понял. Это довольно интенсивный перепутон. Чисто не кончились, да? Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Ну, привет. Чисто не кончились, официально заявляют команды. Чем ты там много будешь это сливать об этом ёбаном? Чё? Много эсок будешь сливать, объёбанный толк. Ты придурок, это только вторая, блядь. Ну, я и спрашиваю, много. Все, блядь. Еще 3 карточки осталось. Давай, что за хуйня? Почему он на пушках не может хуйню завалить? Я там самовар зам дали, видел? Сдуло. Еще чечен. Все стволы! Огонь по готовности! Нет, 300 этих, блядь, поинтов. Чем мне делать? А, нахуй! Девешечка. Ага, ГГРУ. Бля, запинать на своей карте этих. Мне кажется, Буратос вначале реально очень сильно вышел.